Всем привет! Скоро новогодние праздники, и я решила показать несколько вариантов, как сделать из шишек елочные игрушки. Один из вариантов – это покрасить шишку белой акриловой краской, а декорировать бантом из ленты и петельку сделать из этой же ленты. Или еще вариант, также покрашенную шишку декорировать более объемным бантом, и игрушка будет уже по-другому смотреться. Другой вариант – это украсить шишку бусинами. Получится как маленькая елочка. Потом прикрепить петельку, у меня акриловая пряжа, и приклеить белый бант. В изготовлении таких игрушек могут принимать участие даже дети. Вот одного из гномиков сделал мой сын. Заранее сшил колпачок, подобрал шишку, а нос сделал из пластилина. Еще два гномика я сделаю из таких же колпачков, только одному добавлю кудри из упаковочной ленты, а другому сделаю ножки из бусин и пряжи. У обоих гномов носы приклеиваю на термоклей. И у колпачков пришиты петельки красной ленты. Дополнительно декорирую колпачки гномов снежинкой и бантиком. Одну из шишек я буду красить акриловой краской античное золото, а сначала приклею петельку и спрячу ее под золотистыми бусинами. Еще вариант для петли – использовать шпагат, а потом декорировать бантом. Когда бант сам необычной расцветки, то уже интересно смотрится даже на маленькой шишечке.
Покажу несколько вариантов, как можно изменить цвет самой шишки. Например, покрасить клеем ПВА, потом посыпать цветным песком. У меня синей расцветки песок. Для этого варианта я приготовила 2 синих банта. Когда клей высохнет на шишке, приклеиваем петельку и добавляем банты с двух сторон. Можно сначала приклеить петельку и бант, а потом нанести клей на шишку и посыпать песком, как я это проделываю с белой шишкой. Одну шишку я буду посыпать красным песком, но использовать обычный прозрачный канцелярский клей. Когда клей высохнет, приклеиваю петельку и 2 банта с двух сторон петли. Итак, я показала несколько простых вариантов, как легко обычные шишки превратить в елочные игрушки. Если мое видео было интересным, прошу поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что досмотрели до конца.